Самое масштабное расследование о тайниках Лукашенко. Братан, я нашел самый тайный тайник Лукашенко, дворец посреди города, а у него, оказывается, еще кортеж есть. На ком наживался и чем прикрывался при строительстве очередных жилых комплексов? Не может быть, иностранные инвесторы покупают землю под застройку квартир, как и во всем мире. Это коррупция, братан. Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Удача! Жесткий инсайд на сайте госзакупок. Это серая схема, братан. Вместе пересчитаем и расскажем про каждое из 18 царских имений. Да, но пока на нашей карте мы расставим только 13. Заглянем в личный самолет, спальню, автопарк и даже кабинет в президентской спецклинике. Личный самолет, автопарк, спальня, кабинет. Как это вообще возможно у обычного президента страны? Эксклюзивные кадры из самых охраняемых в Беларуси мест, куда еще не ступала нога простого белоруса. Братан, я нашел эксклюзивные кадры на канале YouTube. Девушки из Новополоцка, которая была на экскурсии.